Быстрее, Стейфлейк, за 3 секунды, если не хочешь ходить в школу! Всем здарова, ребятки, с вами по-прежнему Верфуни Бобби, и добро пожаловать в угарную интересную кружку под названием Пико Парк! Всем хай, дорогие друзья! Здорово, чуваки! Ну что ж, ребят, мы продолжаем угорать, продолжаем разгадывать различные головоломки, продолжаем тупить, нервничать, путаться, ругаться, смеяться и веселиться. Так что ставьте лайкусик, если не успели поставить за 3 секунды. Острая попытка, заранее огромное спасибо. Ну что ж, ребят, я, как обычно, под номером 1 синенький, Андрюха у нас под номером 2 фиолетовый, ну а Бобби желтенький под номером 3, это для того, чтобы вы не путались. Ну чё, парни, вы готовы сегодня проходить ловушки-головоломки? Рванули вперед! Ну что ж, ребят, у нас следующий парк, Бол Парк. Ну что, парни, погнали! Проходим! Тут что-то с шариками! Прыгать! А, прыгайте, парни! Надо. О, все! Разбили! Капец. Смотрите, разбивай! Нифига себе, сложно, мужики! Так он заново начинает, парни! Он заново начинает, если попадает в кого-то! Тихо! Так это сложно! Бобби, прыгай! Пожалуйста, прыгайте, парни! Нормально, хватит! Что вы делаете? Да Бобян! Да он быстро летит! Андрюха, нормально, тихо, не запрыгивайте только друг на друга! Бобис! Бобис! Да они быстро летят, да в смысле быстро, что ты делаешь? Бобян! Они быстро летят, что ты? Давайте Бобяна в конец поставим! Бобян, в конец давай! Так же в конце, видишь? Бобян, ты можешь прыгать? Кто бы говорил, Димон, прыгай, давай, что-то на негативе, он прыгает, прыгай, Димон, ты можешь прыгать? Я могу, смотри, раз, Димон, а что это не идет, парни, первый нормально, второй не может, а что такое? А я знаю, жесткий. Отойдите, Бобя, ну слезь ты, а что происходит? Во, перепрыгивайте, во, стойте на месте, зачем вы ходите? Зачем, Андрюх, ты реально ходишь? Ну блин, ну так это проще, во, во, суета, хорош, хорош. Зачем ты ходишь, Бобян? Не отвлекай! Ребята, это первый уровень, мы можем пройти! Во! Он сложный! Быстро летит! Да боже! Опа! Давай, раз! Зачем? Раз! Что зачем? Зачем? Давайте тихо, быстро! Да боже! Зачем? Раз! Бобби! Пожалуйста, соберитесь, мужики! Все, погнали! Все, давайте, это победный! Хорош, я прыгнул, он само, я прыгнул. Ну да, да, да. Быстро летит. Все, еще быстрее, еще. Не быстро! Что ты врешь, Бобис? Я быстрее оказался. Тихо, тихо. О, хорошо, дальше. Сейчас это что полетит? Да боже, блин, не успеваю. Димон, соберись, Димон, давай. Как, боже, это очень сложно. Держите пробел посильнее, он выше прыгает, как будто бы. Тихо. Да боже, я не понимаю, парни, как это проходить? Быстро летит. Да боже, я помню, Бобян, хватит. Давай Димона в конец поставим. Зачем ты напоминаешь? Димон, давай в конец, реально. Да тихо, все нормально, погнали. Во. О, спасибо, хорошо. Андрей, молодец. А чё, спасибо, чё, Бобян. Само. Молодцы, парни, молодцы. Во, ай. Бобян, молодец. Молодец, Бобян. За что Бобби, я? Так, молодец. Молодцы! Сейчас еще быстрее! Как это перепрыгнуть? Это только первый уровень, блин. Боже, реально, ладно. Что там дальше будет? Все, соберитесь, парни. Мужики! Все, Бобян, не спать! Это невозможно. Зачем ты спишь, Бобис? Это невозможно. Все, прыгаем! Вот сейчас, погнали! Нет! Тима, зачем ты спишь? Да как? Я не понимаю, мужики. Бобби, ты-то что лажаешь? Все, да, я. Собрались, погнали. Давай еще раз. Опачки. Опа. О, Бобян! Нифига себе, она быстро полетела. Ну зачем, Бобис, почему ты проспал? Андрей, зачем ты прыгаешь раньше времени? В смысле сзади? Так, давай, пожалуйста, Андрей. А что я-то? Во. Давай аккуратно, Дима. Во, давай, молодцы, не ходи ты, пожалуйста. Во! Да ты не смотри, блин. Я смотрю на себя! Бобян, ты шо, фрик? Я сейчас заплачу! На победу, мужики, погнали! Опа, первый! Победа! Хорош! Вот это победа! Победа, мужики! Мужики, мы прошли это! Это было жестко, друзья! Это было невероятно! Но погнали, второй уровень! Все, парни, готовы? Нет! Нет! Погнали! Второй уровень! Фу, ребята, блин. Мы рвемся в бой! О! Это что такое? Ой-ой-ой! А можно на лифт? На каком-то на. О! А, шарик, шарик! Смотрите! Давайте тогда кто-то на один. Надо, может, чтобы на кнопку нажал, да? Да, 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 да! О, туда его! Не-нет, Бобян! А что вы делаете? Тихо, тихо, Бобян, не!
Я даже не нажимаю. Надо по этим лестникам балансировать. Да, Бабян, надо, чтобы он на кнопку попал. Давай, короче, так ты вставай. Ничего не делаю. Вставай на свою. Давай, Бабян, прыгай. Вставай, жди, жди, пускай он скатится. Я сейчас потом сразу прыгаю на левый лифт. Я мы ухожу, переворачиваем. Да? Да, да, да. Сейчас, сейчас, уходи, уходи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А лифт поднимается, отпускай! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Надо, надо запрыгивать это! Тихо-тихо! Давай, ну ты дай мне! Тихо-тихо-тихо! Не шумите! Ну чё вы так долго, парни? Ну так получилось! Тихо-тихо-тихо, друг! Диман, Диман, прыгай! Да нормально! Нет, сильно-сильно, надо поменьше! Так, аккуратненько, аккуратненько! Давай, Бабян, запрыгивай! Аккуратненько! Давай-давай-давай-давай! Давай, Бабян, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Тише, аккуратно. Едешь, дальше аккуратненько, будешь. Аккуратненько, 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 аккуратненько. Аккуратненько, Бабян. Три, два, один. Да, все, спрыгивай. Давай, 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 давай. Давай, давай, тяни, тяни вниз. Так, сейчас, опачки. Парни. Три, сейчас. Два, сейчас, сейчас, один. Сейчас, Бабян, сейчас, давай, аккуратненько, аккуратненько. Тихо, о, давай, 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 давай. Я сильно. Ходи. Так, аккуратно, тихо, тихо, Андрей. Андрюха. Голка нелегальная, все хорошо. О, вырулили, вырулили, нормально. Сейчас еще добавлю. Давай, когда он к концу подходит, тяни. Давай, 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 Андрюх, я чуть-чуть и все. Давай, все, 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 тяну, 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 все. Мы пройдем так, правильно я понимаю? А я не знаю, он докатится? Он докатится, он пробьет? О, да. Ну это было просто. Друзья, ну это изи, парни, это изи, чисто, неплохо. Ну что, идем дальше, ребятки, третий уровень, погнали, левел 3. А тут что делать, построители или что? Я что-то не понял, парни. А может это разбивать эти штучки? А, да, прикольно. Только не падайте вниз, парни. Тихо, погодите. А почему не падают вниз, нормально, наверное. А, если они пола коснутся, они умирают, нам надо путь прочистить, давайте одним. А, ну давай на скеле чисто. Аккуратненько, давай на скеле, на одном. Футбольчик, мальчики играют в баскетбол. Тихо, Беги! Пацаны, вперед! Че он нас? Он разводит, это разводило! Что за разводняк, парни? Не дайте ему упасть, не дайте ему упасть! Давайте, работаем! Один остальный! На кибер! До свидания! Все, заново, пацаны! Закинули! Так, давайте не дадим ему упасть, давай одним шариком! Да не, надо больше, наверное! Больше? Молодцы! Молодцы! Не давайте падать им! Не давайте падать! Аккуратненько, аккуратненько! Не давайте им падать! А как оно? Они сами падают. Во-во-во-во, пошла жара. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, пошла давай, жара. Еще. Опять у нас один. Сколько осталось? Тихо-тихо-тихо, мужики. Сколько? Тяни-тяни-тяни. Три шарика осталось. Давай тремя играть. Трое играет тремя. Два-два-два. Все, балансируем. Балансируем. Давай-давай. Ключ, мужики, шарика больше нет. Все, шарик один остался. Последний остался. А он сейчас сам разобьется. Парни, не надо. Нельзя. Так же аккуратно! Так хорошо! Хорошо! Хорош! Андрюха! Вот это мы что сделали вообще! Это невероятно! Вы понимаете, как мы это прошли? Я лично не понимаю! Прям по прямой пролетел шарик, все сломал! Четвертый уровень, погнали, парни, на суете! Прикол! Пушки, а что делать пушки? А надо как-то попасть! А, тоже надо разбивать! Давай баскетбольщик! Не-не, надо попасть в ящик, походу! Так надо да это, нам протащить все это. Протаскивай, прыгайте, просто прыгайте, когда он, да? Или как? Да, да, ну типа того как-то надо делать. Надо именно прыгать, да, прям прыгайте. Прыгайте, передаем. Еще, Димон, еще. Да, мы это не пройдем, а сколько раз это сделать? Пройдем. Подождите, мужики, стойте. Надо через пас. Может, кто-то станет по краям, один по центру? Ну давай, просто иди. Как? Давайте просто пасоваться, и все, давай. Так, вроде в прошлый раз почти получилось. О, тихо, пацаны. И сразу беги, Бабян, уже. Забирай! Давай, подсуйтесь! Да как? Забирай сразу! Давай! Опа! Димон! Пасуйте! Давай, Димон! Давай! Лучше, ладно! Кайфа! Думал, пару раз надо будет сделать. Короче, ребят, мы прошли и это все. Бабян, финишируем! Давай, ключик! У меня ключик! Ну что, ребят, мячики мы прошли, это был интересный пак, очень угарный, но давайте узнаем, что же там дальше такое интересное. Все на корону, пацаны! Вау! Ну что, ребят, у нас очередной пак, какой-то хэнд гиммик. Погнали, чё, пацаны, меня посмотрим. Так, зовут. Так, сейчас узнаем, что тут такое интересное. S-E-K-A-D-A. А что тут делать, парни? Зачем нас убил? Да не убивай. А как тут? Получается, чел появляется. Андрюха, запусти Бобиса к ключику, это телепортатор. Нифига себе, ну-ка. Становись на меня на ключик. Во, становитесь. А меня телепортнет кто-нибудь? Давай. Подпрыгни, стой. А я сам себя телепортую. Или шо? А чё ты своровал Бобиса? Стоп! Возьмите мой шарик! Возьмите мой шарик, парни! Давай, ловлю! Нет, попадите в меня! Попади, Бабян! Давай!
Богдан. Да, стреляй. О, все, Андрей, ой, все, все. Мы тупо охотники на привидений, или как? А что там дальше? А что тут делать? Построить мост надо, походу. Да, тут мостик строим, давайте, давайте, аккуратно. Аккуратненько. Давай, офигеть, ребят, вот это мы жесткие, блин. Так, а теперь бобяна ловить. Лови бобяна, стреляй. А что ты делаешь, Бобби? Точно, во, да. Теперь его сюда. Во. Погнали. Нифига себе, друзья. Вот это мы телепортаторы. Вот это интересно, слушайте, парни. Максимальный кайф. Так, погнали ко второму. Посмотрим, что там, блин, за приколы. Что-нибудь сложено, наверное. Сейчас космос запускать будем. Так, а тут тоже стрелять или что, погодите? Нет, тут что-то другое, смотрю. Тут какие-то трезубцы. А, притягивает ты нас, наверное, как магнит. Засасывает? Наверное, как магнит, засасывай меня. Вау! Засал. Давай, Бобяна! Бобян! Бобян, засасывайся! Надо двумя! Ооо! Отходи! Неплохо, парни! Давайте я кого-нибудь! Хорошо! Бобяна, давай! Воу! Нифига себе мы команда! Так, парни, а здесь... Как тут пройти, чтобы не убило? Присоси меня, присоси меня! Подойди к краю! Отпускай! Оу, нифига ты гений! Я тебя присасываю! Погнали, Бобяна теперь! Ты! Бобян, давай! Давай! Давайте, мужики! Нифига себе, парни! Ребята, ну я думаю, если вы по каким-то причинам еще не успели поставить лайкусик, сейчас самое время за наши старания. Мы вообще гении! Вы видите, как мы быстро все проходим, парни! Ага, это было сложно очень. Особенно самый первый уровень был изи. Так, а здесь так же ловить, да? Ты зачем меня поймал? А, по приколу? Давай, пошел! А что ты, верните Бобян, меня. Ящик поймал. Нифига он гений, вау. Так, меня, ладно, верните, я не играю. Андрюха, а тебя знаешь, как надо, наверное? А как? Блин, надо кого-то запустить, наверное, туда. Так, ладно, берите ящик или как? Давай, давай, бери. Погнали. Опачки. Все прыгаем. А эти штуки? Ага, нет. Тут так как-то по-другому. Ну-ка, Андрюха, стой. Сейчас я, короче... А меня, меня. Быстренько, нормально, значит, чё? Надо было всех, наверное, да? Нет, а только по одному можно в пушку. А дальше? Погодите. О, друзья, выпущу Андрюху и, может, меня как-то? А что, меня не выпустит? Так, ну давайте еще разочек подумаем. Сейчас, надо подумать, погодите. Так, это мы правильно делаем. А может просто... А, мне кажется, два смогут пробежать сразу, а один нет. Ну-ка, Андрюх, давай мы тебя возьмем. Или кого? Давай, давай Бобяна возьмем. Меня. Да, Бобян, давай тебя засосем. Давай. Давайте. Все, Андрюх, засосал. Ты прыгай за тобой мы сразу. Готовы? Давай. Давай. Опа. Не, так не работает. Интересно. А если, например, меня Андрюха засосал, а ты Андрюху засосешь? А, давай так попробуем. Реально. Строй. Бобян, а ну давайте. Так, ну-ка, давай, Бобян, иди сюда. Присасывай, давай, Бобяна. Давай, подожди. Да, стой, стой, стой. Давай. А что он не стреляет? Стреляй, стреляй. Так, и Андрюх теперь. Давай меня. О! Мы гении! Бобян, гениальный! Бобян, ты что, гений? Пацаны? А дальше что? Тут надо это, наверное, что-то придумать. О! Во, хорош, Андрюх! Нифига себе! А ты допрыгнешь вообще? Я Бобяна, наверное, могу выпустить. А, нет, погоди. Бобян у меня. Так, стоп. Ты не допрыгнешь. Я нет. А! Надо как-то... Андрюха! Я сейчас буду прыгать и тебя поймаю. Ну, ты меня поймай. Я выстрелю. Тихо, тихо. Все, Бобяна спусти. Я сейчас выстрелю в тебя. Стой там. Давай. Где ты меня забрал? Так, тогда ты в меня стреляй. А как мы теперь туда попадем? Вот так. Давай, еще раз стреляй. Попал ты? Не. Вот, все, отлично. Давайте вас буду ловить. Ключ! Стреляй! Да погоди! А, ключ, ладно. Забирай Бобяна, Бобян, стреляйся в меня, стреляйся. Все. А, ну ладно, меня стреляй в ключ, прыгай, стреляй. Давай. Во! Опачки! Так, и просто Бобяна ловим. Давай, Бобян, падай. Еще раз. Как это невозможно? Еще раз. Давайте. Еще раз. О, все, опачки! Нифига ты снайпер. Нифига, ребята, вот это класс. Все, погнали. Ха-ха, офигеть, и прошли это. Нифига себе, парни, ну тут надо было подумать на самом деле. Да, ребята, ну мы стараемся, у нас получается. Ставьте лайкусик за Пика Парк. Это вообще угарная игра еще на логику, блин. Мы умные. Мы умные, это правда. Так, а давайте здесь сделаем лестницу, наверное. Или как? А ну нажми. Какая кнопочка, что здесь? 10? 10, 9, а что нам дает? Мужики, я что-то пошел, блин. Тихо, надо посмотреть. Проверить. Давай проверим сначала. А погоди, там, походу, вот дорожка построилась. А ну-ка, это типа лифт, ну-ка, наверное, смотри. Опачки, уехал. Да, короче, давайте возьмем этот кубик. Или что? Так. Надо кубик и сбросить его на эту кнопку, да, наверное. Кубик, наверное, на кнопку. Тяни, Бобян. Засасывай его. А как нам взять эту тему? Ой, блин. Ключик. А как нам ключик взять? А может, типа, открыться как-то должно? Там как эта кнопка еще есть?
А, ну нажимай. Спустите меня, эту штуку. Давай, как? А как оно? Да просто залезьте и спустите. Не, Андрюх, отойди. Отойди вот сюда. Сейчас отойду. Во. Все, сейчас я скину. Вот, толкай. Толкай, толкай. Так. Может, мне на лифт? Так, погоди. А может кого-то на лифт отправить? Ну-ка. Скорее всего, надо отправиться всем на лифт. А, тяни нас, Бабян, да, наверное, так. Тяни так нас. Ты сможешь запрыгнуть? Не. А, ну... Не, давай, затягивай. Так, давай, Андрюх, сейчас, меня, погоди. Меня, пацаны. Во, погнали. Стой. Да стой. Все. Теперь все прыгай на лифт. И куда? Так. Кнопка. Ого, а как так спрыгнуть жестко? Ой. Ты что, псих? Ну и что? Надо всем прыгать, может, или как? Да не, навряд ли. А мы потом не выберемся. А может... парни! А может, надо на лифт палочку эту поставить? Ну, это... Вот сюда эту штуку на лифт. А как потом? Вот так. И скинуть на кнопку, да, скинуть как-то. А, так ты нифига ты гений, реально, слушай. А ну, отправь ты меня. А давай посмотрим. А как мы уедем? Да я не знаю, давай посмотрим, что будет. Ну, давай, попробуем. Ну-ка. Нас убило. Так, непонятно, парни. Всего, надо в натуре... Надо всем, наверное, поехать. Надо быстро нажать, забрать шарик, ящик наверх, всем уехать, сбросить обратно, всем вернуться. Да. Наверное, только так. Да, ну что, давайте быстро так тогда. Это суперсложный уровень получается. Бабян, нажимай кнопку и погнали. Андрюха, погоди, давай. Так надо... Бабяна теперь... притягиваем. Бабян, тяни его. Быстрее! Бобис, что ты делаешь? Бобис, к нам, в лифт! Так я бегу, хуя! Это я скинул! Я разбился. Забирай меня. Так, нажимай, погнали. Бабяна, тяни, я уже там делаю. Бабянчик! Давайте, Андрюха! Давай, засасывай этот шарик. Давай. Бобис, отправляемся. Всё. А потом надо скинуть как-то, как мы это сделаем правильно. Я не знаю, поехали. Вау. Тихо! Это невозможно! Блин, надо как-то скинуть. А может на обратном пути? Да! Скинулись, пацаны, отлично. Так, давай, Андрюха, иди сюда. Опачки. Так, Бабиан. Запускаем давай, процесс. Давай, хорош, Бабиан. Давай, тяни. Все супер. Поехали. Слушай, может надо держать, короче, тебе магнитом, а потом в какой-то момент просто сбросить? Ну, мы сейчас бросим. Тихо. Нет, тихо. Нет! Боже, капец, это сложно. Так, давайте все через меня. Давайте, стойте. Я сейчас буду скидывать. Так, главное нам не упасть. Давай попробуй. Фух, блин. Тихо. Нет! Короче, там можно вообще прям над ним, когда падаешь, скинуть. Погнали. Должно получиться. О, чуть-чуть, видели? Чуть-чуть не хватило. А интересно, он появится? Ну-ка, давай посмотрим, может... О, у нас есть шанс на ошибку. О, клево, так давайте так и ездить. Все. Круче даже. А кнопку, Бабян? А кнопку нажмёт. А, погнали заново. Тихо, ну что ты его дергаешь? Опа. Бабян, иди кнопочку нажимай. Так, мужики, бегу. Ты Бабяна цепляй. Так, давай. Бобизяк, давай! Все, давай через меня, только не заденьте его. Паркур. Все, страшно. Погнали. Сейчас, парни, сейчас. Давай, Димон, меткий выстрел. Ой, да я умер! Так, ну что, готовы? Я не буду падать. Давай подвинемся. Постараюсь не упасть. Так. Боже, чуть-чуть. Почти. Близко, ладно, едем еще раз. Бобян, сразу беги к кнопке, Андрюха, а ты его цепляй. Я здесь насучу. Давай, засасывай его. Давай, Димон, мы тебе верим. Как так близко, парни! Миллиметр! Боже, его даже нету, надо заново. Все получится, друзья, поехали. Отдай чертовы! Чуть-чуть! Боже, ладно, едем еще раз. Фух, блин, страшно. Пика спецназ! Так как? Чуть-чуть! Перелет. Я, если честно, увидели, я сначала его подвинул, он не упал. Я думал, там на одну тютельку. Ну что, парни, с этого раза, я думаю, точно получится. Давайте. 55-я попытка? Да, наверное. Третий раз на счастье, все нормально. Вообще никуда, в космос. А сейчас с первого раза просто он упал. Ага. Держи кулачки, бро. Я начал нервничать, мужики. Не нервничай. Все точно получится, все только начинается. Погнали, только начало. Тихо, давай. Победа! 10 из 10! Тихо, парни! Стойте на лифте, погодите! А, бегите так же, бегите так же, как бежали! Да, блин, а он не уйдет? Не уйдет! Бобис, давай! Так, только сначала ключик возьмите! Бабян, иди тяни, что стоишь! Так ключ, это надо запустить лифт, Бобис, иди за лифтом! Бабян, иди запускай лифт и сразу беги к Андрюхе! Пошел! Давай, я тебя буду засасывать! Пошел! Бобис! Засасывайся! Бобис! Хорошо. Давай, беги! Сейчас, Андрюх, перепрыгивай! Давай! Бобис, давай! Всё! Тихо! Бобян, уйди! Вдруг там прыгать надо! Бобян!
согнал малого. Блин, это что за фейл, мужики? 10 ну ладно. 10. Сейчас заново сделаем. Нормально, не стыдите, все, уже я уже запомнил. Самое. Да, нормально. Все, попадаем. Давай. Боже, ну было близко. Все, сейчас попадем, смотрите, давай, четко. Давай, давай, давай. Сейчас будет четко. Главное, да, будет 10 давай. 10. На! Ну близко, близко. И... Опа. Давай. А шо оно? Видите, не сорвалась, с первого раза. Сорвалась, сорвалась. Рыбка. Я думал, сейчас упадет с первого, блин. С богом. Давай. Ой, не, по воробьям. Давай. Все. Давай, Димон. Все, парни, так, теперь мы знаем, что не надо прыгать. Бежите, ага. Бегите, давай, давай, Андрю. Давай, стой на месте, не двигайся. Бобзеус. Все, погнал! Давай, 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 давай! Все, бежим! Хорошо, тихо, тихо. Вперед, 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 вперед! Главное не упасть здесь! Держи Бобяна, держи Бобяна! Да все, нормально, ничего. Не прыгай! Аккуратно! Что ты, блин? А что ты сделал? А я думал, там выход уже! Вы че? Я думал, там выход! Вот это безумие! Вот это угар и безумие! Ну ничего страшного, мы уже научились попадать! Сейчас первый раз! Поехал! Давай, Димон, первый! Вот это я понимаю. Ну что, видите, я же говорю, научились. Погнали, пацаны, делайте. Это самая сложная карта в Пика-парк. Делайте, делайте, пацаны, делайте. Давай, я боюсь обратно ехать. Не прыгай, не прыгай. Все, там вообще ничего не делаем. Просто едем. Ехать обратно — это самое сложное, что было в этом режиме. Все, просто едем. Все, стой, просто стой, все стоим. Стоим. Без суеты. Прыгаем! Прыгаем! Все, мы прошли. Это было очень сложно, ребят, но и очень угарно. Ну а на этом наш увлекательный видосик заканчивается. Пишите, если хотите видеть продолжение Пика Парк. Оставляйте просто положительный комментарий, ставьте лайк. Ссылочка на канал Пэтсиков ищите в описании. Ну а с вами сегодня были Оверфони и Бобби. Всем удачи и пока-пока. Всем бай-бай, дорогие друзья. Адя, чуваки.